Did you forget to bring the car? No. Okay. Напоминает, чтобы ключи не забыли. Собрались наконец-то и идем на гулянки. А это Аса еще здесь гуляет. Дети это называют Armenian Bee. Армянская пчела. Дочка в Армении. Очень много их видела. Сегодня утром увидела, говорит, о, мне так страшно от этих армянских пчел. Какие-то не армянские пчелы. Это международные пчелы. То есть оса. I love you. Девочки нас не дождались, уже пошли гуляют где-то поблизости, в окраинностях. Сгуш. Арамджан. Мотоцикл какой крутой. Надо девочкам позвонить и узнать, где они. Он с утра кушает. По дороге решили. Пол дороги подумала, может быть, попозже будет холодно. И мужа послала за жакетами. Сейчас мы здесь его ждем. Называется. О, место красивое. Пайс. И дочек встретили по дороге. Место интересное. Паутина красивая даже устроилась себе. Они за этого играют, то есть кто король, кто достигнет раньше, тот и король. Пойдем любоваться природой. Это как рябина, да, выглядит? Мелкая. Здесь, наверное, фиалки были. Дикие фиалки, но их уже нету. Я гуляю, вы со мной. Здесь можно посидеть, полюбоваться этим деревом. По мосту тоже пройдем. Как красиво, да? Было дерево, а сейчас кресло. Алька! Здесь качели есть. О, муж пошел. Муж пришел. Муж пошел. There is a seesaw over there. Hello, get down and the jagal is so over. Шутник. Как хорошо бегает наш уважаемый. Давай, тетя Ната, дам пальцата свой стендам. Что?
Он это дерево послали. Ты это дерево посадил позавчера. Красивое. Или старый тень у варки, вот там Димаци там гетит. О, guys, can we pick up the apple? What? Apple tree! Apple tree. Oh, it's like bad. Oh, it's a plant. Oh, там муравьи заселились. Хотите? Ну Mom, ничего. No, I need to get the apple. No, you can't. Там тоже есть. No, you have to wait. I'm going there. Come back. Okay. Какие вкусные. Make tating feature. Babe, you want it? No? I don't want it. Sure. Okay. It's okay. Open later, okay? You should try this. Take a look apart. Okay, get this one. That's love now. Luz, could I scan at Hanzor? У них Granny Smith тоже есть. Вот это дерево. Видишь, какое хорошее там есть. О, здесь тоже хорошее. Okay, последний. Luz, пару сакас бей. Надо было побольше сумку взять. Он такой сладкий. Хочешь укусить? Шакахте. Эка! Это похоже на... What? На люби. Видите? Это ух, как фасоль. Цветочки фасоли. О, я не... Я права, вот. Это сама фасоль. Теперь так плохо чувствую, что фасоль... убила. Убила фасоль. А там перед... О, смотри, как хорошо вырос. Наверное, сам себе даже никто не знает, что здесь фасоль растет. Размер какой. Наверное, смотрите, огромная. Видите? Наверное, уже не то. Здесь тоже фасоль. О, это фасолевые эти самые тропинки. Тоже фасоль. На это посмотрите. Вау. Огромный. Наверное, сорт такой. Докуда добрался. Вау. Арам, пошли сюда. Фасоль. Видите, красный цветок. Наверное, красный фасоль. Очень интересная фасолевая дорога здесь. Здесь повсюду фасоль и только. Может, соберем завтра, послезавтра. Урожай соберем, потом уедем. Наверное, это и есть их ферма. А помнишь, вчера сказали... Ферма на этой стороне, то есть огород, не ферма. Может, пойдем, Арам? Куда? На ферму. Газибо красивый. На ферму. Фарм. Здесь говорят фарм, где выращивают овощи, фрукты. Идея какая хорошая. Для фасоли они деревья употребляют такие. Возле дерева посадили, и фасоль около дерева крутится. Как же это смарт. Умно. О, у них спа есть. Наверное, завтра пойду в спа. Бассейн. Oh, I know why, because it's deep.
No, I can't go in. No! None of us can go in. Эти Аран, помнишь, в Армении тоже были эти огромные, не знаю, как их называют. Огромные лилии. Let's go, let's go, Ари! Хаджан! I heard that, like plants that look like those sometimes, like, have, like, a weird, like, drug in it. I don't think so, dragon fruit. О, там можно посидеть в углу. Private. Приватное место. Где наши девочки? И один мальчик. Только плохо, что сразу на дороге, да? Почти. То есть это звук машин может и помешать, но... Тоже красивые. Сильные, да? Да, но это круто. Show me what it is. Какое? What? Это бамья? О, нет. Подумала, это бамья, но это цветы. No, I was just asking. Какие нежные, да? Не знаю, как называются. Такой букет дома поставить. Вот так вот. Так красиво. Надо вентилятор подавить. Этот совсем свои. Эти самые свои тормозы. You okay? Yeah. Он такой мужчина, не заплачет. It's okay. А там вот где у них это айс. Мам. Айс на их мангале где-то у нас. А, you okay? Yeah. Уже в пакете. I'm not, look, this is how this is me. Девочки уже прошлись по мосту, говорят, там ничего интересного нету, не ходите. Но мы им не верим. Окей, be careful, окей? Okay? Okay. Этот никому не слушается. Where are you going? Ужасный становится. А туфли все-таки одел. Потому что сказали, у Арха какие красивые новые туфли. Арха, давай одень свои новые туфли, новые туфли. Потом Арка стал хвалить свои новые туфли. Столько сказали новые-новые туфли. Он тоже сел, терпеливо одел. И сейчас ходит счастливчик. С мужем. Думаем сюда приехать отдохнуть. Правильно, он столько побегал сегодня за детьми. Говорит, на все четыре стороны смотрю, не знаю, кого найти, не знаю, кого снимать, куда смотреть. В общем, заработался. Я изначально я эту путевку как бы забронировала, чтобы на его день рождения подарок сделать. Потом, как обычно, у нас всегда так было с давних времен.
На его день рождения мы ездили в Леголенд, детей возили куда-то в какой-то парк. И история повторилась. На его подарок, день рождения, вместо того, чтобы его привести на отдых, привела не на отдых. Что это делает? Это отдых. Очень хороший. Очень хороший. Это ферма. That's the farm. Guys, it's a farm. This is the farm. This is the farm. О, они здесь всех цветы собирают. Интересно, можно посмотреть? Lil, can we look? I don't know. Можно спросить, можно посмотреть. Цветы засохшие, очень красивые. В Армении тоже такие букеты делали. Не спроси, Аркадий. Oh, that's fine! I think there's everybody smell of it. Flowers. What's this? Oh, nice. Да, если это рекелек, Лиль. Место какое красивое. Опять фасоль любимый. Какой огромный. Лилилинч Юджа. Чигитам Карлия Чикайлинг. Ай, как он матанг. Дочка спрашивает, а можно сюда заходить? Говори, я не знаю, можно, нельзя. Нам никто пока не запрещал. И мы вошли. Это для этих горшков цветочных. Что я там вижу, Арам, за мной? Здесь любит не так и чисто и сака. Guys, come look. Zion? No, I don't know. That's dragon fruit, I think. No, it's not. Давайте это dragon fruit. Это что-то такое мягкое, не знаю, что там внутри. Ну, можно посмотреть. Nothing. Что это, дорогие друзья, it's товарищи? Hmm. I don't know. Что-то interesting. Dragon fruit. Yeah. It's okay. Открыли, посмотрели. Ladybug, guys. Oops, I fell down. It's okay. I saw ladybug today. Hey, come at me, do this. Lavender next. This is lavender. Oh, lizard, the lizard. Where? Here. That one's right? No, it's not right. Yeah, kiwi no. Так красиво растет. Вот kiwi. Next, сколько? Но это не. Еще не готовы. What's that now? Окей, мне надо дать. Эти цветы и лобби вместе. Helena, I think I found a potato. What is happening right now? Because said. Can you take them up? No. Я эти семена возьму и посажу. Это вот смотри. Huge. That's black and pink. Такие цветы красные. Even better. You have a pocket, Арка? Красота, да? Да, да. Don't worry, Mama has a pocket. Mama has one too. Yes, papa. Okay. Here. I don't have. If you want to grab more, put in my pocket. I don't have a pocket. Oh, I have a pocket. It's missing. Let me see it. О, дыня, ванили найк. Это их фермерша. Помните, вчера фото увидели в ресторане? Значит, действительно, она просыпается, приходит на ферму и работает с утра до вечера. Спроси, не можно эти цветы купить. Какие цветы купить? Эти засохшие? Нет. Вот эти? Окей, спрашивают. Но она же не продает, она выращивает. Pumpkins. Is it green pumpkin? Yeah, еще не готов. So we have to give some time. А там pumpkin опять забыла. Тыква. Honey bee.
это настоящая мята, то есть сорт мяты, дахц. Я думала, здесь их не выращивают. В Армении я это чай пью из этой мяты. Ну, не мята. Мята это ананух по-армянски, это другой. Это я возьму и, наверное, смогу вырастить у себя. Okay, no flowers. Do you guys sell the flowers? If you not buy yet. It? Okay. We're just getting ready to open up a little outdoor cafe. Говорит, можете смотреть на цветы, но их рвать нельзя. Mom, carrots. Oh, carrots. Салат выращивают. О, какие красивые эти ромашки. Жаль, что рвать нельзя. А то бы с удовольствием букет собрала бы из этих цветов. И нисколько не пожалела бы. Кстати, эти просто можно высушить. И эти, и эти. Красивые какие. Лили, с чоранума. И у них цвет не пропадает. Гуйна чель кору, мандах чорат срат сирун. So nice. А ты чорат срат? Ага. Это зукини, наверное, сорт зукини какой-то. Ну, мягкий. Но что-то другое это. Не знаю. А это портулак, который растет как сорняк. Портулак, который растет как сорняк. Но очень полезное. Что-то. Bless you. Говорят, здесь кафе откроют к пятнице. Мы уже, нас уже здесь не будет. Can you make sense, guys? No, it's over there. Говорят, там дома только. Okay. On the left. Bye. Здесь камера на дереве. Дочка спрашивает, почему там камеру поставили. Она не знает, что везде камеры есть. Oh, let's go this way. Yeah. No, this is Bob Jones. Yeah. Is that cool? Это Bob Jones Trail. Дорога Баба Джонса. Баба Джонса, Вича. Арка, are you okay? Значит, здесь тоже есть комнаты на этой стороне. Я думаю, наша комната, наверное, самая из лучших. Ты так думаешь? Но Сен-Тенгену. Сен-Тенгену? Да. Не знаем, куда идем, но идем. Здесь ежевика есть, но, видимо, до нас здесь уже были другие люди, которые любят ежевику. Еще один хочу, чтобы всем хватало. Сейчас всем хватит. Это сладкий, давай, кушай. Желание загадай. Сладкий? А где наши следствия? Наши дети. А там огромный резорт. Ну, если даже еще раз сюда вернемся, опять попросим нашу комнату. Blackberry. Oh, nice! How are they there? Step on. Nice. Let me try it. Let's pick up some more. 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 Let's pick
как здесь шумно. Решили пойти обратно, потому что этой дорогой двигаешься к пляжу. А у нас, а мы не подготовлены для пляжа, поэтому завтра поедем. Или сегодня пойдем в машину возьмем? Окей. Два майла. Окей, 40 минут ходьбы. Когда вместе приедем отдыхать, 40 минут будем шагать. А с детьми вдруг кого-то и по дороге потеряем. Не дай бог. Они так неаккуратно туда-сюда ходят, как будто в жизни не шагали по лесу. Он не слушается никому. Здесь вода течет, думаю, может быть, эти и есть грязные воды. Потому что очень грязная вода, но полезная. Хочешь, когда приедем отдыхать, спустимся туда к грязной ванной? Ты сейчас спускайся, я сейчас присоединюсь. Но думаю, это тоже хорошая, полезная вода, раз уж в этой территории. Здесь все воды полезны. Окей. Мам, back in the morning. What happened? Hello. Hi. I want to register in spa for tomorrow. Oh, this one, this one. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Hi. Зашли сделать... регистрироваться на вчерашний визит в спа, который у них закрыт. Они делают только массаж аутдор, то есть на воздухе. И можно использовать их bathtub. Bathtub – это как будто еще один джакузи, ихний джакузи. За 30 минут можно использовать, потом уже пойти на массаж. Все сделали, зарегистрировались, почти уже готовились платить. $160 за массаж для меня и для дочки отдельно. Она в конце говорит, во время массажа вы должны быть в маске. Тихо повернулись и ушли. Как-нибудь переживем без массажа. То есть не дышать, но как бы расслабиться. Сказали, знаете что, мы подождем, когда мир откроется, потом вас еще раз визит сделаем. Поэтому пустует это заведение. Люди приходят сюда отдыхать, воздухом дышать, расслабиться, массаж как бы насладиться, а им запрещают дышать. Это нормально. Дочка говорит, люди приехали сюда отдыхать, больше не приедут. You have to be in a mask. Really? For 1 hour you don't breathe, you just get a massage. Mm. Is it normal? Mm. See you later. Переживем и без массажа. Есть кейс массаж, она мне дует, здоровалась. Я ей сделаю массаж, она мне. Ничего. Окей, ты не можешь пляж? Yeah. No, can we at least get dressed for that? Because I'm wearing long sleeves. No, take long halu. I know, but I just don't want it. Is anyone it's else gonna be like cold. Hungry? I know, I'm really hungry. I just want to go to... I'm really hungry. Я говорю холодновато, говорит, я знаю, очень холодно. Но я очень голодная. Where are we going? Идем переодеться, девочки хотят переодеваться. И пойдем в их пирс. У них тоже есть. Видишь, посмотрим, что там творится. Спа? Let's go. I'm going to spa. Говорит, я очень устала охотиться. I have to go home, mom. I want to go back into the hotel. Здесь клубника. Но его уже сели. Кто-то. Это, кажется,
Что это? Упс. Наверное, хотел со мной прийти. Ха, комендант, давай, we're staying here today and tomorrow. Хочет подольше остаться. Let's go back. Вернулись из прогулки домой. Хорошо покушали. Голодные были. То, что у нас было в холодильнике, опустошили почти. No, don't do it. Сейчас они это сломают. Потом нам придется еще платить за... Арка Химаче, что хотела сказать? Why? Они хотят сейчас пойти в этот джакузи. Но думаем пойти немножко прогуляться в их пирс, посмотреть, что у них там есть. Маленький, наверное, часть городка. И холодно уже. Потом вернемся с детьми прямо все вместе. Джакузи пойдем. Или войдем, да, войдем. Вникнем. И потом заснем, мы сами не заметим, как заснули. Это точно. А он ни минуты не остается без работы. Здравствуйте. Оба босиком. Мои дети тарзаны везде. I want to fill it up so badly. No, Anjati. Непослушный. I just fill it up and that's so awesome, right? Mom, Beck just wants to fill it up. That's it.